А зачем вы скинули ружье с моста? Просто выбросил его. Знаешь, оружие заставляет людей делать плохие вещи. Ружья, ножи, пушки, динамитные шашки, даже автомобили. Эй, подойди. Посмотри на мое лицо. Видишь это? Вижу. В 4 утра я протаранил лобовое стекло, но мне плевать. Если кто-то ищет проблем, он получит их в 2 раза больше. И я грохну этого сукиного сына, если он еще раз ударит меня. Понял? О ком вы говорите? Если он ударит меня еще раз. У тебя есть сестры? Что? Сестры. Есть сестра? Хорошенькая. Мистер, забудьте о моей сестре. Надо же. Ты у нас крутой пацан, да? Ты понимаешь, с кем разговариваешь? С вами, мистер. Уважайте мою семью. Знаешь, что я думаю? Что я могу говорить, что хочу? Я вам ничего плохого не сделал, мистер. Думаю, поездка не заладится. Я возьму тебя и скину с моста. Посмотрим, как тебе это понравится. Погляди на меня, сынок. На мое лицо. Я протаранил им лобовое стекло в 4 утра, и мне плевать. Посмотри на меня, сукин сын! Ты тупой придурок! Думаешь, я пацан? Думаешь, я слабак? Я тебе задницу надеру, и ты знаешь, что я могу это!